Его одной спичкой надо поднять, а второй поджечь. Да. Нашли на мне клеща сейчас. Такой маленький. Какой-то. Так, показываем нашу добычу. Так, это опята. Это черный грусть в перемешку с подберезовиком. Это черный грусть. Это черный грусть. И это тоже черный грусть. В общем, мы себя работой обеспечили. На ближайшее время будем сейчас перерабатывать. Заодно сейчас себе поджарим быстренько чего-нибудь. Иди кушать. Вот. Боня у нас сегодня он в засаде сидел. Дома мы его не брали. Он не хотел ехать, мы его оставили дома. Охранять бабушку. Он зато вылез на диван. Ну, это нормально, растянулся, да. И лежал. Да. И только услышал, что я иду, как все район с дивана. Угу. Я говорю, я тебе сейчас, вот я тебе сейчас не знаю, что сделаю. Вы его же заводите. Ну вот заручно, мы же вот здесь проехали. Перекрасочек вот этот. Ну вот. Вот такие вот у нас грибочки. Ну это где черные? Там, где мы ходили, нет? Нет, совсем в другом месте. Это мы на новое место поехали. Нашли сказочную поляну. Вот, жалко. Ну, потом поедем, можно будет заснять. Это фантастика просто. Там идешь, и этот гриб везде. Вот везде. Ну, они уже будут на завтра червивые. А там новые нарастут, сыро. Нарастут новые, какие-то червивые. Они сегодня мы смотрели, разные набирали. Какие-то червивые, какие-то не червивые. Ну, вроде это хорошо на зиму. Ну, грусть вообще самый лучший гриб считается, чтобы посолить. Посолим. Посмотрим. Вообще, может, там есть сухой посол, есть мокрый посол. Мы как-то больше мокрым солили. А мокрый, может быть, там соли. Банок мало. Маленький, это и мало. У нас трехлитровая брать. Нет, он, а трехлитровых я не видела тут. Тут либо двухлитровый продается, или полуторалитровый. Но это ехать опять за ними надо. У нас несколько литровых баночек, а зато грибов море. Вот так вот. Ну ладно, до следующего обзора. Что будет дальше с грибами? Снимем и покажем. Девчонкам? Вот. Так что привет, девчонки. Ждите новостей. Я выставляю же в этом...